За 3 дня со времени объявления начала приема заявлений на отдых детей в загородных лагерях и санаториях заявились 594 человека. Хотя срок подачи заявлений на летний детский отдых истекает в середине мая, места в загородных лагерях и санаториях виртуально уже заняты. Мест всего 540, заявлений 594. К тому же управление образования должно выполнить свое обещание и выписать путевки очередникам, которые ждут их с прошлого года. Детей, кому не достались путевки в 2014 году, 304 человека. Таким образом, желающих отдохнуть за городом на свежем воздухе, 902 юных сухоложца. Получается, что половине детского населения, по примеру предыдущих детей, придется ждать следующего года. С 1 апреля планируется начать прием заявлений в электронном виде через портал госуслуг. Но это уже не поможет решить проблему отдыха в загородном лагере. Но отдохнуть ваш ребенок все-таки может, записавшись в лагерь дневного пребывания при школе, где он получает необходимый набор услуг для активного отдыха в условиях городской среды. Не исключен вариант самостоятельного приобретения путевки родителями ребенка. В этом случае часть затрат вам могут вернуть в управление социальной политики в зависимости от стоимости путевки и дохода семьи, но при условии, что ваш ребенок будет отдыхать или лечиться на территории Свердловской области.